Всем привет! Меня зовут Халк Брант, и это первое мое видео после, так сказать, зеленкопомазания, то есть после выпуска второго выпуска четвертого сезона шоу «Слабо». Только вот под вечер пришел домой, потому что съемки затянулись, и я не успел между кучей дел съездить домой помыться, поэтому вот в таком вот виде был и в метро, и на улице, и в общем везде-везде. Достаточно большое количество меня узнало. И я всем говорю, что я был на фестивале красок, потому что в этот же день был в Питере фестиваль красок, и чтобы люди не узнали, о чем выпуск «Слабо». В общем-то, пока что чуть-чуть вот с рук отмылось, но сейчас мне предстоит душ, ванна, пималюксы, фейри и все-все-все, что, собственно, оттирает такие разводы. Голова синяя, блин. Вот. Ну и думаю, будет еще кусочек видео после этого про завтрашний день, удалось мне отмыться и как вообще, чем помогает, и пошел гуглить. Единственная моя ветром обрученная и взрывает якоря прочь летит душа моя. Ну что ж, друзья, я в итоге помылся, провел под душем и ванной, наверное, часа 3-4, а в итоге с меня с лица все сошло, с остальных мест частично, то есть в плане рук тоже все чисто, а вот на частях тела, таких как шея сзади, я сейчас не могу показать, и живот, и грудь, там еще остались зеленые разводы, в принципе, это не так криминально, не так плохо, потому что, в принципе, зеленка хорошо оттирается спиртом вместе с лимонным соком. То есть водой, мылом практически ее никак не свести, но если прибегнуть к тому, что пишет Google, а Google, на самом деле, по этой теме пишет много, потому что, видимо, все открывают зеленку ртом, как-то руками она у них мимо нужных мест капает, и поэтому очень много людей, которые сталкиваются с этим, которые спрашивают, как это сделать. Самый действенный метод – это спирт с лимонным соком. Вот. Водой можно отмыть, но это, видимо, нужно целую неделю мыться. Девчонку, спасибо за задание. Оно было, да, ну, вы видели, оно было веселым, сложным морально. Пересилить себя, сделать что-то для слабо – это, конечно, каждый раз по-новому, каждый раз ты преодолеваешь себя. Но мне кажется, что девчонки влились, но не учли одного, что наша месть будет жесткой. И мы придумали им такое задание, что оно, наверное, по жесткости затмит многие в прошлых трех сезонах этого проекта. Так что я желаю им крепиться еще раз. Осознать, куда они вляпались, назад дороги нет, и им придется очень несладко. Подписывайтесь на все мои аккаунты. В Твиттере мы с вами общаемся, в Инстаграме фотографии со съемок, ВКонтакте просто вся общая информация нужная. И, соответственно, этот канал на YouTube можете подписаться и узнавать все мои новые видео-новости, новые проекты, которые не подходят для Лилис ТВ. Например, в гостях у Макса у меня уже было с Агнией Огонек и с Дмитрием Шаракоисом много-много-много еще других проектов. Все ссылки в описании, поэтому, если захотите, не пропустите. А я хочу сказать тем, кто не видел этот выпуск, посмотрите тоже по ссылке в описании и подписывайтесь на канал Лилис ТВ Шоу. Там будет жарко и там будет много новых серий шоу «Слабо» и шоу «Ремесло».